Добрый всем день. Посмотрим сегодня одну венгерскую карту. По крайней мере, так пишется в описании. Мезофаума фарм. Конечно же, я неправильно произнес, ну и хрен с ним. Кому это название интересно? Главное то, что там происходит. Да, и почесал затылок. Я думал, это Польша опять, а нет, это Венгрия. Ну, в принципе, почти рядом. Почти. Ну, судя по скринам, карта такая вот немножко. Вот такая вот. Скинули еще одну карту, но, блин, она там 1.5 гига весит. Я заколебусь ее качать. Сегодня Билайн что-то вообще тупит. Сегодня на улице Ташкент, небо чистое, жарит не по-детски. Вентилятор, я надеюсь, не ловит микрофон. Точнее, наоборот. Ну чего так долго, блин, а? У меня аж стул заскрипел от старости. Ладно, подождем. Мы подождем. Я, по крайней мере, подожду. А вы можете нажать и 10 секунд. Хотя можно и больше сделать. Ну что, погнали. Техника. Ух ты, наш комбайн даже. Я думаю, корова у нас есть. Как трактор какой-то. В архиве был еще мод на какую-то содержалку. Содержалку. О, а вон оно как. В принципе, ПДА я смотрел, карта маленькая. Так, давайте выключим автозапуск, то сейчас как заорёт сразу. Ну, не я, так другой, блин. Так, где у нас Танос? Оба. Ну что, давайте сядем на трактор, прокатимся. Немножко убавлю звук. Потому что у меня громко, а на видео получается нормально. Не знаю почему-то. Ну да, что-то похоже на наше. Но если эта карта плоская, даже несмотря на всю детализированность. Немножко даже напоминает Италию. Немножко. Потому что в Италии подобную базу я видел. Какая-то итальянская карта была, тоже такая же маленькая, с таким же стилем ПДА. Ну, неплохо так. Все доступно, место есть, где проехать. Это что за сарай? Огромный навес. А это что за проход такой? Ну ладно, не важно, в принципе. John Deere. Покупайся. Цвет меняйся. Магазин что у нас получается рядом, да? А нет, на другой стороне. Участки. Есть участок за 87. Это у нас что получается? Станция. А, это наша база. У нас тут и заправка, и станция погрузки, и известь. И силосная башня. Хранилище. Вода даже есть. Тридорков даже показали, где можно набирать. Ну, наверняка может по всей длине набирать. Коровник. 91 тысячу. Вы что, серьезно? А. Теперь хватает? Ну, да, поля стоят копейки. А по культурам модовых нету. Силос. А почему нигде силос продать? Или надо... БГ, я что-то тут не вижу. Ладно, давайте прокатимся. Магазин такой интересный. Это даже не магазин, это мастерская. Так, такого магазина тут даже и нету.
Ну, обстановка, скажу, да, очень похожа на нашу. Что, едем пока дальше, посмотрим, что у нас тут. Такие же развалины, как у нас. Назад. Ну нет, карта оказалась не такой плоской, как я думал. Я смотрю, просто поворот на короне. На некоторых картах лучше летать, на этой карте можно и поездить, но она все равно маленькая. Вот такие вот бетонные плиты в основном на польских картах встречаются. Да, коровник тут прям таки забабахали, будь здоров. Это навес такой, нифига себе. Тут, блин, тут второй этаж можно забабахать. Самолетик. Ан-2, по-моему. Только перекрашенный. В основном я его встречал белого цвета, а тут желтый. Ну, пригнали, перекрасили. Жаль, на него нельзя тыпыхнуться, как на карте Сандибай. Вчера вот скачал ее, посмотрел, начал тпхаться, там бац, и на вертолет тпхался. И над заливом летал на нем. Ну, не сам летал, просто как по скрипту. Там вначале можно было тпхаться на лодку, а теперь только... Ты что, надо мной летишь, что ли? Я вам скажу, вот эта вот вещь, она будет доставать вас. Меня она достает. На всех картах подобные вещи меня достают. Что гудок этого, блин, танкеровоза, или как он там, сухогруза этого, намолкого. Благо я чик и заткнул его. Самолет может тоже заткнуть, сделать его бесшумным. Так сказать, стелс режим. Ты опять ко мне летишь, да? Где он? О, ни хрена он там. Это он что там, блин? Я, наверное, не успею. Он... А где он? Он вообще под карту сиганул. Он, наверное, тут садился, и тут в ангаре нету его. Ай, блин, меня не пускает уже обратно. А давайте полетаем. Это не призыв к действию, конечно. Ну, базу мы видели, но сверху она смотрится немножко по-другому. Красиво, я имею в виду. Лесопилка, где можно только продать. Да. Кстати, неплохая лесопилка. Вот на рассвете бы она хорошо смотрелась, вместо той стандартной. Да. Во. Поля и правда как в польском стиле сделаны, немножко волнистые, не так скучно будет на поле работать. Триггер воды, да? Смотри, под водой даже эти водоросли, ну не водоросли, как они там, как-то по-другому называется. Водоросли в реке, в принципе, все нормально. Да, не, мы еще не были, а тут мы были. Ну, коровник, конечно, эпических размеров. Ну, карта чисто на 1-2 человека. А, это вот. Ну, тут все по-скромному. Все как надо. Перекупщик. Это у нас тут. А, подожди, тут наш дом даже есть. Где он? Вот он, получается. А ворота открываются тут? Подожди. Ну, где-то тут наш дом. Ну, собака, блин, секунду. Знаю, что непрофессионально, но куда деваться. Такие моменты у всех происходят.
Что мы смотрели? Мы смотрели домик. Поднимемся еще выше. В принципе, что тут что смотреть-то? В принципе, мы все посмотрели. Карта маленькая, венгерская. В меру с ландшафтом, стандартной культуры. Животные, все есть, техника. Поля маленькие. Ну, можно посмотреть, что под картой. Оба. Под картой все нормально. Воды нету, кстати. Вот такая вот карта. Пробуйте, наслаждайтесь. Всем пока.